Добрый вечер, друзья! С вами проект In Dubai. И сегодня, как вы видите, мы встретились с нашими подписчиками, с участниками канала In Dubai. И сегодня я хочу взять у них небольшое интервью, то есть задать им несколько вопросов. И для начала они представятся. Максим, Уфа, вечный студент. Добрый вечер, Равиль, город Нижневартовск. Азат, город Уфа. Первый вопрос к нашим гостям. Почему вы решили приехать в Дубай? Мы решили приехать в Дубай отдохнуть, потому как этот город славится самым всем своими большими размерами, самой высокой башней, самой его главной достопримечательностью, как правило. Также самыми большими и дорогими отелями, большим аквариумом и всего по максимуму, как говорится. Соглашусь с Равилем. Я тоже также хотел посмотреть этот город, также посмотреть инфраструктуру, все это здание. Мне просто нравится ноу-хау, поэтому здесь как раз мне этого хватает. Мы хотим испытать экстремальные погодные условия. Вопрос следующий, друзья. Что вам больше всего здесь понравилось, в Дубае? Ну, самое главное, конечно, это подъем на смотровую площадку башни Бурдж-Халифа. Очень занимательно, очень интересно, всем советую. А также одно из самых главных, что я хотел получить от Эмиратов, это, конечно же, море. Горячий песок. И солнце самое жаркое. Ну, а я так хотел посмотреть метро, потому что интересно все-таки, как это движется вагон полностью, без водителя. Это очень интересно, кстати. Рынки, Дубай Молл и все моллы, которые здесь есть. Какие советы вы бы хотели дать тем людям, кто хочет приехать в Дубай, именно отдыхать, кто хочет приехать? Я бы, во-первых, советовал переезжать, мне кажется, в зимние месяцы, так как летом здесь очень-очень жарко, очень невыносимо на улице. Ну, если на улице ходить, конечно, очень душно, очень высокая влажность. И пользуйтесь кремом от загара, и все будет хорошо. Ну, я советую не есть мороженое, слишком холодное. Это точно не будет полезно в такую погоду. Привозите с собой больше денег. Друзья, как вы вообще узнали про проект In Dubai? О проекте In Dubai я узнал своего друга. Артем, привет. Ну, это, как говорится, сарафан на радио, что ли, из уст в уста. Так, стало интересно, посмотрел что-то, для себя что-то подчеркнул новое, взял на заметку, вот я здесь, наконец, все это увидел по рассказам, как увидел, ощутил, очень интересно, круто. Я узнал о проекте через братишку Равиля, и все, прежде чем как поехать, он рассказал, я посмотрел, очень было интересно там, очень много информации. Смотрите, подписывайтесь. Ну, как видите, они меня затащили с собой. Следующий вопрос. Какие экскурсии вы хотели бы здесь посетить? В первую очередь я бы хотел посетить Феррари парк. Это очень-очень-очень хорошая экскурсия. В Арабских Эмиратах очень много всего занимательного. Эмиратов всего 7. А в каждом Эмирате есть что-то свое. Можете сходить, конечно, посетить Дубай Молл. Там увидите самый большой аквариум в мире. Очень красиво. Ну, а я советую посетить башню Бурдж-Халифа. Все-таки там интересно с высокой высоты посмотреть полностью весь Дубай. Ну и последний вопрос. Хотели бы вы переехать жить в Дубай после того, как вы посмотрели здесь все, будучи туристами? Желание, конечно, есть, но все-таки на родине будет лучше. А на самом деле не все удалось посмотреть. Эмиратов всего 7, а мы побывали всего в 2 из них. Везде очень все красиво, все по максимуму. Пока не до конца понял, где я нахожусь. Ну, а я сразу скажу, прям хотел бы, реально. Потому что здесь, ну, реально такие высокие здания. Просто, как сказать, как во сне прям ходишь. Спасибо вам, друзья. С вами был Азат, специально для проекта In Dubai. Подписывайтесь на видео новые. Оставайтесь с нами. Всем пока, до скорых встреч. Пока.